Нынешняя политическая обстановка открывает для отечественного агропрома огромные возможности. Наша страна имеет продовольственный суверенитет и не страдает от отсутствия ключевых продуктов. Напротив, начиная с нулевых, сельхозпроизводство выросло почти на 90%. За 20 лет производство мяса и зерна выросло более чем в два раза. Так же, как урожайность зерновых в России. Россия поставляет более чем 100 стран мира свою продукцию, а по экспорту пшеница занимает ведущую роль в мире. В прошлом году страна в очередной раз получила внушительные объемы урожая, в том числе более 140 миллионов тонн зерновых. Животноводы на 800 тысяч тонн нарастили производство молока и на 300 тысяч тонн мяса. Рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов более чем на 5 миллионов тонн. Для российских аграриев предусмотрен широкий комплекс мер поддержки, которые доступны крупному бизнесу и сегменту малого и среднего предпринимательства. Это положительно сказывается на объемах производства продукции, доходности сельхозорганизаций. Доля прибыльных компаний в 2000 году составляла 47%, а в настоящее время их уже 86%. Господдержка агропромышленного комплекса в текущем году составит более 50 миллиардов рублей. На какую помощь могут рассчитывать фермеры и сельхозпроизводители в нашем регионе и какую поддержку окажут начинающим владельцам сельхозхозяйств, поговорим с нашей гостьей в студии. Алена Селезнева, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро. Если мы говорим про сельхозпроизводителей, про фермеров нашего региона, то какие программы уже действуют и какие, может быть, вот планируют ввести в этом году? Ну, скажем так, новых программ мы вводить не будем, но тем не менее будем вводить новые меры поддержки. Скажу сразу, что у нас остаются все те меры, которые были и до этого введены. Да, есть меры, которые у нас реализуются с федеральной поддержкой, есть меры, которые у нас реализуются только по решению, например, губернатора, да, и они у нас реализуются только на краевом уровне. Очень популярна у нас и эффективная поддержка, могу сказать, в области животноводства. В последнее время есть очень эффективные меры поддержки именно по малым формам. А дело в том, что у нас в Хабаровском крае так сложилось, что сейчас малые формы хозяйствования у нас являются в основном производителями сельхозпродукции, поэтому, естественно, мы стараемся их поддерживать. Актуально сейчас популярна поддержка на агростартап ежегодно. У нас очень достаточно большое количество желающих начать, скажем так, свой маленький агробизнес. И с текущего года сумма минимальная, да, по агростартапу выросла с 5 миллионов и до 7 миллионов, соответственно, на различные направления, например, на животноводство это будет 7 миллионов. А вот если говорить, ну, если используем терминологию стартап, да, то инвесторы обычно говорят, взлетит, не взлетит. Взлетают ли вот эти агростартапы? И в каком процентном отношении к общему числу? Вы знаете, я хочу сказать, что у нас большинство агростартапов, если не все, да, работают, и затем у нас мы видим тенденцию к тому, что они приходят у нас за следующие меры господдержки. Это как раз-таки на развитие семейных ферм. Там размер поддержки уже больше. Собственно говоря, развить производство можно будет гораздо успешнее. Вот у нас несколько примеров таких. Кроме того, можно сказать, что у нас еще есть поддержка на сельхозкооперацию. То есть несколько фермеров, да, даже личных подсобных хозяйств могут объединиться для того, чтобы развивать и расширять производство. Вот успешные примеры говорим. У нас, например, да, КФХ «Скалюк». В текущем году они у нас, в прошлом году у нас запустили производство сыра. Они у нас открыли цеха по полуфабрикатам. Сырье все, естественно, производят сами. Молоко, то есть молочную продукцию, мясную продукцию развиваются в разных направлениях. В прошлом году у нас очень интересный кооператив образовался, получается, «Ягодная симфония». Кооператив, который будет выращивать дальневосточные ягоды. Именно в промышленных масштабах. Прекрасные планы, и тем более хотят еще развить биолабораторию, которая будет, скажем так, выпускать саженцы безвирусных растений. А если мы говорим про субсидии, если я не ошибаюсь, с 1 января этого года объединили стимулирующую и компенсирующую субсидию. Вот что это значит для аграриев? Для аграриев, ну, в принципе, в целом это больше, наверное, значит для нас, по механизму государственной поддержки, по организации работы. А в целом поддержка остается и сохраняется. Традиционно мы поддерживаем наших аграриев в период посевной. Мы предоставляем государственную поддержку именно на проведение агротехнических работ. Мы поддерживаем животноводство в части производства и реализации молока. Мы поддерживаем также элитное семеноводство. Необходимо сказать, что в текущий момент вот в условиях импортозамещения очень важно развивать именно собственную селекцию семеноводства. Два года назад у нас были зафиксированы по картофелю, зарегистрированы два новых селекционных центра. У нас действуют... Прошу прощения, семеноводческий центр. Подумала про то, что у нас уже действует с 2021 года еще селекционный центр, который может у нас производить семена как зерновых культур, так и сои.
Знаете, я вот думаю о тех людях, которые идут в агробизнес. Я думаю, что это очень смелые да. люди, потому что у нас, ну, действительно, у нас не самый простой регион для, для сельского хозяйства. Да? Может ли агропроизводитель каким-то образом подстраховаться? Да? Есть ли у нас какие-то программы страхования, что-то еще подобное? Вы знаете, действительно, климат у нас непростой. Но да, как вы и сказали, для того, чтобы как-то подстраховаться, у нас действуют механизмы поддержки, субсидирование именно агрострахования. То есть страхование посева, страхование сельскохозяйственных животных, для того, чтобы в случае, не дай бог, уже какой-то чрезвычайной ситуации, люди могли получить какие-то компенсации и выплаты. Кроме того, мы также постоянно своими мерами поддержки стараемся... Ну, скажем так, стараемся помогать нашим аграриям. Например, у нас, вы знаете все прекрасно, что по животноводству есть небольшой спад, и причиной тому в том числе является то, что у нас был занесен 2 года назад высокопатогенный грипп птиц. Тем не менее, мы продолжаем оказывать поддержку на реализацию яйца и стараемся сейчас работать над тем, чтобы увеличить эту ставку. Плюс в текущего года мы дополнили такую меру поддержки, как на приобретение племенного именно птенца. У нас программа просветительская. И вот очень бы хотелось, чтобы аграрии, фермеры, те, которые до сих пор не знают, как и где получить поддержку, сейчас-то узнали. Алена Витальевна, можете, пожалуйста, еще раз напомнить, куда им идти, вот где те самые меры поддержки получить? Вы знаете, скажу, что всегда открыто министерство для того, чтобы оказать консультационную информационную поддержку для всех. Но, тем не менее, у нас есть такая структура, как Краевой сельскохозяйственный фонд, который особо малым формам хозяйствования, да, фермерам и просто личным подсобникам, даже физическим лицам готов оказывать консультационную поддержку, рассказать и даже на безвозмездной основе разработать бизнес-планы для того, чтобы поучаствовать в гранте «Агростартап». А вот можно назвать какие-то приоритетные отрасли, где рисков меньше всего? А денег больше всего? Вы знаете, наверное, на текущий момент сложно назвать такие отрасли. У нас все достаточно, скажем так, в условиях рискованного земледелия, да, имеют свои плюсы и минусы. Могу, наверное, сказать, что тепличное овощеводство – это все-таки хорошая отрасль, особенно круглогодичная. Но, опять же, здесь есть вопрос с энергоемкостью, да, производства, потому что необходима постоянная досветка, чтобы постоянно проводить и круглый год производить овощи. Тем не менее, из этой ситуации мы стараемся выйти, и государство, вот губернатор в прошлом году принял решение о том, что мы будем компенсировать затраты. Если говорить про какие-то отрасли, которые наоборот у нас, ну, прихрамывают, скажем так, пока еще, то есть вот производство какой-то сельхозпродукции пока еще в нашем регионе страдает, и могут ли вот какие-то меры поддержки там краевые являться, ну, некоторым инструментом такой точечной до настройки, да, чтобы их тоже подтягивать? Ну, у нас действительно краевые меры поддержки являются точечными такими мерами до настройки, но хочу сказать, что, конечно, у нас есть минусы, наверное, по развитию мясного животноводства. Все же у нас это основные производители, это личные подсобные хозяйства, промышленного производства мяса. У нас в крае пока что не существует, но мы действительно работаем над этим и стараемся привлекать инвесторов именно в данную нишу приоритетно. Спасибо большое. У нас в гостях, напомню, была Алена Селезнева, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.